Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием «Призрак Цусимы». Так, следующий квест у нас «Сломленный кузнец». Мы, в принципе, в прошлом выпуске и пытались дойти до него, но встретили очень много всяких побочных квестов. Поэтому сейчас уже пойдем напрямиком на него. Надеюсь, нас ничего больше не собьет с пути. Так. Чего ты ей сказал? Хватит уже, походу, отвлекаться на всякие побочные квесты. Будем все-таки выполнять кампанию. Потому что на нее, честно говоря, мы немножко подзабили. Так, а как отсюда выйти? Акаги, скажи мне, ты сможешь здесь переплыть? Мне, по-моему, вот туда куда-то. Вот мне интересно, я могу плавать на лошади? Может, это и проверим? Ну, походу, нет. Поэтому давайте лучше переплывем. Это будет целесообразно, я думаю. Правильно, да? Да-да-да. Так, кто это? Опять враги? Такое чувство, будто какой-то дедушка говорит. Так, ну давай, сядь ты уже. Ага, нет, это добрые, в принципе, люди. Не, я говорю, здесь побочные квесты просто на каждом шагу. Что, господин, присоединяйтесь. Ну, давайте, вы хотите, чтобы я с вами потусил? Ты рассказываешь интересную историю. Я не ожидал увидеть тебя в Адмазе. Мы оба идем туда, где нужны, господин. Моя история понравится и вам. Легенда Тодоере. Вы собираетесь поучаствовать в новой истории. Давайте оставим на потом. Я говорю, мы так никогда сюжетку не пройдем, если будем постоянно останавливаться на побочных квестах. Поэтому все, все. Так, надеюсь, нам хватит сил и всего остального, чтобы победить всех противников на главном задании. Ага, все, началась. Началась территория монголов. А, ну это просто у них как здесь это пристанище перед главным заданием. Ну слушайте, давайте это не будем уж упускать. Это считай как не побочка, потому что они в реале здесь могут мне проблем составить. Больших. Я могу как-нибудь в упор подойти к вам, чтобы сделать первый удар? Ну, меня уже запалили, походу. Да, мне уже лучник запалил, все. Походу, здесь не будет вот этого противоборства. Хотя, по идее, должно было быть. А, давайте их выкурим оттуда, чтобы всех поубивать спокойненько. Так, ну лучника надо выпилить, я не знаю. Выпилил, да? Ага, конечно. Чего еще скажешь? Отлично, все. Теперь разбираемся с этими. Так, остальные у нас убежали, как трусы. Оставили одного бедного чувака. Не, вот эта стойка, она вообще просто божественная. Она им щиты вскрывает, как не знаю что. Как яичную скорлупу. Ну а ты чего тут, а? Не стесняйся, господи, присоединяйся. Кто следующий? Это что у нас? А, краденый металл. Ну давайте украдем его по второму разу. Так, ну что, это все? Давайте своего командира.
А, у меня нету стрел, ну ладно. Не, она вообще всех пробивает. А вот это, кстати, вот в крысу меня ударили. Вот это, конечно, некрасиво было. Поэтому лови кунай. Тоже в крысу буду. О, вот это было неприятно. Наверное. А, он уже был покосан. Так, забираем кунай. Припасики. Так, ага, вон ты где стоишь. А, я стрел все-таки не собрал еще, ну ладно. Мне придется как-то... добраться до него и лично с ним поговорить. Хорошо, что он вниз не может стрелять. Ну, это, в принципе, все. Эй, ты, чувак, подвинься, ну ты че? А вот здесь, кстати, плохо. Вот это вот зажимание меня в тиски. И, кстати, смотри, я ему как бы блок не могу пробить даже здесь. О, господи, еще копьеносец. Не-не-не, на кунай. Я вообще не понимаю, кого я рублю. Он сразу двоих, что ли? Они, походу, сами тупят. Да-да-да, слушайте, они сами тупили. Так-так-так, ты меня не попадешь же, да, правильно? Это попал в меня все-таки, зараза. Да ладно. Дай нацелиться тебе в голову. Кстати, смотрите, даже когда в хед стреляю, как бы это ничего особо не меняет. Тело или хедшот, почему-то он не умирает с первого раза, остается, ну, маленькое количество хп. Так, там кто-то у нас поет. Это их традиционные песни, это... Что ты говоришь там? А, купеносец. Я тебя даже не вижу. Да лошадь не порань, а. Да я же сказал, что, блин... Да ладно, я всех лошадей порезал, капец. Ну ты дурак, а, блин, купеносец. Как я их ненавижу. Надо про этих них что-то вкачать. Погоди, тут припасики сзади. Да подвинься ты, господи. Не поползешь никуда? Ну ладно. Да я этого даже не заметил, кстати. Еще один? Сколько у меня стрел? Две стрелы. В принципе, на одного хватит. Ну, давай. Самонаводчик, а. Смотрите, вроде в хэт выстрелил. Откуда ты там выстрелил? Ты меня хоть видишь? Не, ну это был прикол сейчас, конечно, вообще. Не, ну это было явно нечестно и тупо. Он меня даже не видел, откуда он там выстрелил. Так, чуваки, я присоединюсь к вам. То вам здесь скучно. Ага, ты у нас, да. Ты у нас крутой. Так, хорошо, отпарировали. И, в принципе, все. Эй, чё спрячешься? Трус, что ли? О, отлично, 6 стрел. Прям как доктор прописал. Этот вообще залипает. Ему пофигу просто на все. Чё ты там хотел мне сделать? Ну да, он же жердей такой. О, еще, кстати, один. Вау, это было хорошо, да. Я почувствовал на себе прям. Все более унижение. А, давайте вот этот сейчас выпилим.
Конечно. А погодите, это же тоже как командир считается. Да ладно, да давай же. Пробей ему блок. Вообще не хочет подыхать, смотрите. На, еще разок. А, был предводитель. Ну ладно, я его особо не заметил. Да, давай теперь с тобой разберемся. Все, закончили? Это же видел кого-то там. Не, смотрю, у монголы такой народ стеснительный. Они что-то стоят, боятся все нападать. Вот по этим, кстати, главное первому ударить. Если им дать делать свою камбу, то, кстати, мало не покажется. Они просто начинают махать своими клинками. И просто доджит меня жестко. Так, здесь все. Сталь. Еще сталь. Так, ну теперь надо выполнять мини-квестики, я так понял. Собрать ресурсы, да, я вроде так понял. Да, надо украденные ресурсы, потом вытащить знамена, 3 штуки, и убивать врагов. Сверху, оставаясь незамеченным. Но это я уже явно провалил, потому что я в открытую всех убил. Да и мне как-то как бы насрать. Я не хочу как бы здесь стелс просто режим входить какой-то лютый. Че, мне там показывается еще одно знамя или что? Интересно, что я это поселение не захвачу, если я не выполню все требования, что мне говорят. Так, и последнее, давай, где ты там? Ау, чё? Кто там живет? Не толку я ее открыл, если здесь никого нет. А, ну их смысла, видимо, нет открывать особо, да? Мне просто, знаете, есть такое... Вижу что-то, что можно нажать, я это нажимаю как бы. Жесть, там никого нету. Типа, мало ли. Ну, я смотрю, бесполезно открывать те камеры. Кстати, нормально припасов было сейчас у нас собрано. Я вообще заблудился в этой базе у них. Ничего себе, они тут настроили-то. А, вот там показывается все. Типа, надоел ты бегать просто так. Знамя вот там лежит. Хорошо, я понял. Кстати, порох. Уж поджечь его. Ну, здесь такой задачи особо, кстати, нет. То есть с прыжка. Опа. Че это было? Ну все. И теперь уничтожьте запас черного пороха. Ну да, это считается у нас, короче, бонзай. Как конечное, короче, задание. То есть все, вы молодец, вы захватили базу. Так, бежим. Бежим, 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 бежим. Прыгаем в кусты прям. Бонзай, ну. Ау. Нет. Я почему-то подумал, что мне что-то прилетело в морду. И он куда-то факел кинул на землю. Зачем? Он просто кинул факел на землю. И типа все загорелось. Ладно. Пускай будет так. И у нас еще одно очко. Так, ну вот, захватили, в принципе, базу до нашего квеста. Я думаю, это явно будет не лишним. Получено очко техники. Хорошо, спасибо. Ну, наконец-таки день. Что-то надоело мне уже ночью шарахаться. Давайте посмотрим, что у нас тут можно вкачать. Лично я вот все забываю. Смотрите, стойка есть. Стойку можно вкачать. Самурая. Отклонение стрел.
Удар с отклонением. Нет. А здесь что? Получить среднее количество очков решимости, проведя парирование или идеальное парирование? Парируйте неблокируемую атаку копий. Понятно. Кстати, можно парировать копьеносцев, которые нам вообще не нравятся они. Давайте тогда сделаем парирование против копьеносцев. Чё нет? Удар с уклонением эффективен против медленных врагов. Не знаю. Давайте, может, все-таки стоечку нашу имбаланс. Увеличиваю урон ошеломления, который получает щитоносы со всех атак, проведенных из стойки воды. Отлично. Вот это у нас и будет следующим. Ну, снаряжение в деревне улучшим, но попозже. Сначала мы выполним квест. Господи, я уже задолбался это постоянно говорить. Все, никак не дойду. Все, идем на квест. А все насрать. Не будем там еще искать какие-то ресурсы, а по-любому они еще там есть. В идеале, если эту игру проходить, я думаю, здесь можно такой стать имбалансный имбой, что мама не горюй. Так, ну я думаю, на лошади все-таки целесообразнее поехать, так что давай. Что-то смотри, пилить-то еще нормально так. Бамбук! Yes. А вот какая-то деревушка. Неужели это наш квест? Да, наконец мы здесь. Сама, тихо, ты не проси злить тех, кто... О, блядь, уже... Это был напуганный торговец Саки, который влип, все же сработал и обтюхал им кислый рисовый отвар, а ты... Ладно, понятно, они что-то в своем там, я ничего не пойму, они быстро что-то говорят там. Так и надеется на нас. Он славный парень, но это слишком опасно, ничего не выйдет. Все у нас выйдет. Это твой самурай? Зови меня господин Сакай. Я теперь твой повелитель, да? Простите, господин. Я Кэнди, уважаемый торговец, лучший саке на острове и самый ловкий проходимец. А вот почему он поможет нам вызволить моего брата из Адзамо. Это не город, а крепость. Если его взяли монголы, пробиться внутрь может лишь армия. Или единственная партия саке. Ага, не сработает. Готовь свой саке, план действия обсудим на ходу. А давайте сперва выпьем. Обговорим все. Нет, Кэнди. Да, давайте просто напьемся и все. На этом квесте будет закончен наш поход, потому что два дня отходника еще. И все такое. Тогда пойдем к городу. Вы спрячете телеги саке. Телег уже обыщет. Мои не станут. Я уже давно выжил им свое саке. И как они его любят. Выпивка могу дать выпивка. То есть ты торгуешь с врагом? Все честно, и выпивка мне голова на плечах. Ох. Ну все, готово. Вы точно хотите это сделать? Да, ради брата. Ну куда мне тут сувать себя-то? Как я туда спрячусь? Что происходит в бухте Адмаза? Люди пытаются отбиться, но без успеха. Кто жив теперь в плену или в рабстве? Но так вот и не видел, нет. Но видел, что в кузне кто-то работает. Может, это он? Вы давно друг знаете? Современная глупая молодость. Я только начинал варить саке и первую партию продал Юни. По вкусу это была конская моча, зато дешево. Поначалу так и помогало мне. Его продавать, только он для этой работы не годится. Ему рассказывали слезливые истории, а он раздавал саке бесплатно. Монголы. Штопы, полезайте в телегу. Их не так много, я справлюсь. Нет, Зим. Так и всем рядом. Не надо. Ладно. Так, смотрите, не привлекайте внимание, спрячьтесь в телеге саке. Окей. Так и сделаем. Не будем подвергать опасности ее братишку. Готовьтесь. Друг телегу обыщет. Ты сказал, твою не трогают.
До угорских ворот здесь я монголов еще не видел. Эй, стой! Выпивка! Выпивка в бухту Адмазу! А, выпивка! Наживей! Монголы любят побухать, я смотрю. Не тут то-то у них такие морды страшные. Неважно, сидите тихо. Так же мучает моего брата. Твой брат искусный кузнец, им не будет так обращаться. Тебе откуда знать? Так, я смотрю, у них тут в полной мере, в полном ходу рабский труд. Тихо! Там, подъезжаем. Наконец мы на квестике, господи, долгожданном. Интересно, как в такой маленькой повозочке меня не запали? Ну, тут же понятно, что вот здесь по-любому обыскать-то надо. Я не знаю, ладно. Бухта Адмазу, территория монголов. Надо же, получилось. Ох, беда. Кто-то крепко разозлил монголов. Они полгорода сожгли. Здесь мы расходимся. Не дай им протрезветь. Я отвлекаю их. Уж постараюсь. Береги себя, Кэнди. И вы, господин. Так, она ждет. Идем. Когда закончим, встретимся на перекрестке возле города. Надо добраться повыше и посмотреть сюда. И помни. Не поднимай шум, чтобы был здесь тихо, блять, я за ним пошел, господи, я зачитался. Ладно, все. Надо выполнять квест, а не читать. Это, наверное, все очень интересно, но я не хочу, чтобы меня туда распяли. Мы вообще без... Вообще беспалевные, господи. Что мы делаем? Мы такие беспалевные. Да меня уже вон там палят или что? А, вон главный работорговец. Ублюдок. Оценит плен, как лошадей. Он придет нас к Таке. За ним. Конечно, вот он каждый вечерок идет именно к нему. Как за ним идти? Ваша цель уходит. Ну, блин, а как мне за ним? Просто напрямую, что ли, идти? Сейчас... Продолблюсь, господи. Нет. Так, бегом. Пуф, я, по-моему, успел. Да, я успел его запалить. Что он там творит? Что там происходит? Тихо, тихо. Меня чуть там вообще не это. Все. Что, наверху? Может, как-нибудь поверху можно передвигаться? Да, отлично. Ведь убьем его. А что она, кстати, сказала? Можно убить его или нет? Ну, мы не будем, наверное, убивать. Это вообще палево. Просто тотальное будет. Тихо! Да сядь ты, дурачок! Почему ты вечно встаешь? Опа! А как же арабский труд? Зачем вы рабов убиваете? А, они не хотят быть рабами, понял. Вот я успел прочитать. Они, оказывается, не рабы. Умерли с честью и достоинством. Так. Как-то я высоковато забираюсь. Это, в принципе, хорошо. Меньше палева. Так, куда ты пойдешь? Можно, короче, вот здесь как-то пройти. Можно вот здесь и туда. Но мне кажется, вот здесь как-то получше будет. Ну, там я вот потом, кстати, не знаю. Вот здесь, в принципе, здание есть. Ладно, давайте так. Чего тебе, ваш кузнец Така? Работает кое-как.
И это он вам назло. Я знал, атака здесь. Других кузнецов здесь нет. Я тоже кузнец. И гораздо лучше. Двоих кормить не стану. Я от него избавлюсь. Но ты будь готов работать. Этот мерзавец убьет Таку. Ну, на то и мы и здесь, на то и мы вовремя прямо подоспели. Совпадение, думаю, да. Так, ладно. Тут полно монголов. Идем, за работорговцем. Если он первый дойдет, то ему в каюк, короче. Держись рядом, Юна. Я найду дорогу. Ух ты ж, а как я здесь найду дорогу? Я же здесь и везде запалюсь-то. Надо через траву. Бляха-муха. Я успел? Эту траву вообще настроить, зарядить. Не, зарите, он запалил, но он не заорал. Жаль, вы опоздали, они сожгли полгорода. Да, здесь я, кстати, придется убивать их. Другого варианта не вижу. Блин, да как мне пройти здесь? Я просто не пойму. Смотрите, я иду сюда, и смотрите, тихонько вот этого. Опа, тихо, не, не Чухаро, Чухаро, не надо мне тут. Пожалуйста, без Чухаро. Дальше. Это вообще жопа тотальная, я не понимаю, как я еще живой, как меня еще не запалили. Так, давай еще Чухаро. Чухаро, Чухаро. Yes. Чухаро сработало. Так, давайте дальше тихонько. Как здесь, кстати, этот вонючий рыб... Блять, акуначки, ну... Вот этот режим. Режим Санина. Надо как-то туда пробраться. Мимо, блядь, да ты пошел в жопу, знаешь куда? Что ты сейчас, блядь, сделал, а? Это что сейчас было? Я вообще не понял, в смысле, почему я его не рубанул? Вон он, да? Я не пойму, мне вообще скрытно здесь нам проходить или что мне делать? Почему их так много сейчас на улице там? Так, давайте через верх. А, это, кстати, баба орёт это. Я думал, уже что-то происходит страшное. Так, надеюсь, того еще не убили, пока я здесь шарахаюсь. Сейчас просто, знаете, ну, квест провален. И хер знает, что делать. Я не пойму. Я не пойму, куда идти вообще, блядь. Что же делать-то, а? Что, придется на улицу выходить, что ли? Кто он? Он специально ждал. Я же сейчас здесь запалюсь, я просто как говно. А не, все нормально. Так, его надо раньше убивать или как? Вот это я не пойму. Так. Вот, все. Мне нужно вместе. Есть. Мы его спасли. Это было напряженно. Юна, Така. Тебя пытали? Все позади. Уходим. Нельзя. Нас схватят, как остальных. Это господин Сакай. Он защитит нас. Доверься мне, Така. Нам нужна твоя помощь. Постараюсь, господин.
Вот так вот. Все и бывает. Не привлекайте внимания, доберитесь до северных ворот бухты. Я понял. Ну, ведите меня, я не знаю, где это. Я могу только убивать и в крысу ходить тут. Я не понимаю, как я с первого раза не запалился. Так, все, нас убьют. Нет, уходим. Лезем по ящикам. Каким ящикам? Пожалуйста, давай, давай, я самый первый. Медленный. Вау, я чуть не убился, вы чё? А все, мы уже все ушли. Кензи ждет на перекрестке. С вами Кензи? Если выбрался живым. Так. Куда бежать? Эй, не надо мне режим Санина. Куда-то туда? Там перекресток. Вы позже можете показать мне. Ну да, в принципе, где-то там. А лошадь я позвать не могу, но она, походу, отдыхает. Только здесь херней страдает какой-то. Опа. Чё здесь толпа? А можно их, кстати, перебить все? Давайте перебьем. Не, я сейчас мясо устрою здесь, все нафиг. Да, ну все, погнали. А, я хочу лучника выпилить. Первым делом. Ой, это вообще кого защищать надо? Так, я же, кстати, могу теперь им блоки срывать. Видите, какой противный. Это все? Чувак, это все? Нифига, с ноги нормально так. Ну вот и все, в принципе. Слушайте, нормально так. Ну, видимо, эта баба мне еще помогла, потому что мне казалось, что на меня намного сейчас больше налетят противников. Но нет. Это кто? Чуваки, Арчеля, вот именно, в том-то и дело. Я не понимаю, почему вы меня сразу не атаковали. Так, смотри, Арчеля, короче, вот здесь вот. Вот такая Арчеля тебе сейчас прилетит. Да, смотрите, я могу отражать теперь у них все. Да, отлично. Ну, теперь вы фиг меня убьете. Так, 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 ее там нормально так прессуют. Вообще ничего не вижу. Конечно. О, мы еще к одному форту, блин, пришли. Че за бред? Че мы здесь забыли? Походу мы замесились немножко. Ну, давай. Да нападай ты, дурак, а. Ладно, я сам нападу, да. Да, мы еще к одному порту. Господи, тут еще и задание теперь. А что происходит? А, это он меня откидывает. Сколько ж мне их убивает-то тут? Ну ты зараза, все это мне просто надоело. Смотрите, как их много здесь. Я как будто на целую крепость нападаю. Вообще их здесь толпа. Ну уж никуда не уйдете здесь. Слышь, да я сейчас вообще тут квест походу. Это кто? А, это вот главарь походу. А все, я могу отражать твои атаки. Да куда ты направлен там, господи? Yes.
Еще один предводитель, просто очень рандомно как-то он попался нам. Там, по-моему, меня кто-то стрелял. И отлично. Так, давайте ресурсики. Чё, зря что ли их били здесь? Пасики, ресурсики, нам качаться надо. Становиться еще имбовее, хотя куда, да? Так давайте подхилимся, чтобы вот восстановить наше что-то. Я уже забыл, как оно называется. Да, мы, кстати, короче, не в ту сторону пошли и нечаянно, короче, захватили форт. Завершено. То есть мы там всех перебили, я не понял. Давайте проверим все же. Что, второй раз, знаете, они здесь не обосновались? Пусто. А в главном здании? А, ну вот, что-то есть. Дикунай, господи, спасибо. Почему ты закрываешься дверь? Теперь она не закроется. Ладно, валим отсюда, короче, здесь ничего интересного. Ну, кроме, конечно, вот этих припасиков. И, конечно, кроме вот этого железа и вот этого еще чего-то. И, короче, нет, здесь очень классно и офигенно. Это еще открыто, отлично. Ладно. Да, нам вообще куда-то туда в сопку надо было идти. Хорошо, этого кузнеца не убили. Он, походу, кстати, как NPC здесь бессмертный. Слава богу. Потому что я думал, он сейчас отлетит от пару тычек, и мне, короче, все заново придется проходить. Всадники, это за нами. Спрячьтесь в траве и сидите. Это Кензи. Така, ты живой? С тобой следили? Нет, ко мне идти нельзя. Я повсюду монголы. Пора идти. Нужно отойти подальше от бухты Адмазу. Ой, моя лошадка, мой Каги. Пришел за мной. Вот мы, где Каги был. Я думал, он спит где-то, валяется в лесу там. Думаю, мы ушли. С утра не встретили ни одного монгола. Надо понять, куда идти дальше. Впереди есть место, откуда видно всю Идзухару. Все хорошо? Мне бы сейчас выпить и выспаться. С первым могу помочь. Ага, со вторым мне, да? Так, а что-то притих. Впервые за много дней я не жду. Вот что. Мой господин, я благодарен вам. Но откуда вы знаете Кензи и мою сестру? Я обязан ее не жизнью. В этом мы похожи. Куда мы идем? Я, походу, пропустил. Забрались на какую-то гору. Очень высокую. Тяжеловато ехать в седле всю ночь. Комацу будет затем утесом. Комацу? Комацу? У них есть кузя. Кузня лишь... Дзину нужно что-то перелезть через стену. Так, я почему не успею читать? Мне надо это знать. Спасибо, так, Кензи, отдохните немного. Нам нельзя здесь задерживаться. Как-то они сразу все гурьбой заговорили и... Перелеснулся. Мой брат снова со мной. Он напуган. Вы сможете доехать до Комацу? Так и отдохнет, и поедем. В бухте Адмао остались и другие пленники. Ты хочешь их спасти? И покорять тюремщиков. Хорошо. Отправляйся к Комацу, я приеду как смогу. Дин.
Аригато. Спасибо. Ну, наконец-таки мы выполнили хоть один сюжетный квест. Господи, как же долго к этому мы шли. Приз получен, раздуть искру. Ваша легенда крепнет. Да я сам знаю, насколько я окреп. Я теперь уже даже копьеносцев разматываю. А, кстати, смотрите, максимальная решимость увеличена. Мы и так ее почти не тратим. Ну, пару раз там, один разок можем отхилиться и все. Дымовая бомба. Чтобы бросить дымовую бомбу, бросьте себе ее под ноги. Враги потеряют вас из виду. А, ну я могу типа еще что-то вкачать. На самом деле мне ничего не надо. Я, кстати, этим не пользовался. Я про это вообще забыл. Надо задерживать L2 и R2. Вонючий киберпанк опять обновился. Господи, сколько он может там обновляться? Так. Враги потеряют вас из виду. Я не знаю, надо ли это бомба липучка, чтобы метнуть L. Не понял, как метать. В смысле L и R1. Типа я бегу и кидаю ее, что ли? Что за бред? Колокольчик. Ну это вообще стелс. Короче, я выберу эту вонючую бомбу-липучку и наплевать. Мне на самом деле способки не нужны. Все, давайте отправимся сейчас. Что? Смена скорострельного оружия. Чтобы выбрать нужное орудие призрака, нажмите... Удерживайте R2. Понял. Смотрите, как красиво это здесь, а? Вид шикарный. А, опять птичка. Я знаю, что ты хочешь меня куда-то привезти. Какие-нибудь опять горячие источники жопу попарить. Ладно, нет, мы не будем жопу парить, поэтому мы пойдем в наше поселение. Вот оно, да. И смотрите, как много мы можем улучшить. Мы можем прокачать лук, оружейник, броник и все остальное. Но только мы будем вкачивать, конечно же, что-то одно, потому что это, видимо, информация, что я могу вкачать не все, потому что я потрачу на одно ресурсы, а с другой уже пропадет. В этом смысле. Ну, я думаю, это дураку понятно смысл. Чушь какая-то, господи, вообще. Ладно, так, собрать, кстати, Никита дары. Мстительный господин принадлежала господину, известному своей жестокостью. Мне новую маску дали. Вы понимаете? Ха, сусами. Нифига я усач. Ну, кстати, у них это, кстати, какие-то знаки авторитетные, так сказать. Мне не нравится. Мне усы не нравятся. Вот была бы она без усов еще, окей. Ну, поэтому я буду гонять до сих пор с этой. Но все равно спасибо. Кому-то понравятся эти усики. Так, давайте поближе сделаем. А здесь, кстати, поближе прям нельзя сделать. Давайте улучшим, наверное, броню. Мне самое главное, это, по-моему, броня и катана. Все, мне больше вообще ничего не надо в этой жизни. По-моему, броня вот у нее, да, у тебя шматера. Мне интересно, где брать скины? Новую одежку. Я знаю, что она здесь есть, но я не могу найти ее. Смотрите. 250 припасов, 10 полотна. Отлично. И у нас еще остается припасы. Вообще супер. Так. Дево. До свидания, да. У него что? О, нет, режим какой-то легенды, я не знаю, что это, пошел ты нафиг. И оружейник. Уже вижу. Лук я не буду качать, я не знаю. Катану. Эй, да ладно, мне не хватает на урон. В смысле не хватает? Да, да, не хватает припасов. Надо 300. Обидно.
Я не понимаю, кстати, вот это Танто Сакая, она же, кстати... Не, она на дамаг не влияет. Это чисто насколько быстро я могу зарезать по стелсу. Ну и... Давайте посмотрим. А, ну оружейник у меня горит, потому что я могу эту по стелсу катану, типа... Ну, маленькую катанку, как она там... Поняли меня? Улучшить. Ну все на этом, друзья. Мы выполнили один квест. А основной, наконец-таки, захватили, по-моему, даже два форта монголов. Все, в следующем выпуске будем дальше проходить кампанию. Всем пока, всем до скорого.